Москве впервые состоялся матч на Кубок обладателей кубков европейских стран. В предварительном круге жребий свел московских спартаковцев с югославской командой ОФК. Первую встречу в Белграде советские футболисты выиграли со счетом 3-1. Сейчас в Москве инициативой вновь завладели спартаковцы. После рейда по левому флангу Семин отличным ударом забивает гол. 1-0 в пользу «Спартака». Проходит всего 4 минуты, и Хусаинов увеличивает счет. 2-0. Гости стремятся организовать ответное наступление, но спартаковцы перехватывают мяч. Бакатов забивает третий гол. Московский «Спартак» завоевал право продолжать борьбу за кубок обладателей кубков.